Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмишбай, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Стражей Галактики. Ты спросишь, почему я без наушников? Потому что я решил в самом начале серии, как вы и просили, вот он, котяра мой, вот он, котяра, смотри, смотри, тебя видно. Просили показать его, вот он всегда почти у меня сидит на руках, просто вы его не видите, потому что ему неудобно сидеть на столе, он сидит у меня на руках, он устраивается поудобнее и спит почти всю серию. Иногда он уходит, иногда он уходит. Так, сейчас сядем немножко поудобней. Все, сели, все хорошо. Так, Стражи Галактики. В прошлой серии, насколько я помню... Так, звук. Звук есть? Звук есть, все хорошо. Я уже парюсь, что звука нету. Звук есть на месте, все хорошо. У нас там Гамора, всякие тайны. Значит... Я сейчас поставлю на паузу. Они сейчас будут опять разговаривать, не дадут нам с тобой пообщаться. У Гамуры, короче, всякие там семейные травмы, семейные секретики были. Она нам все рассказала. У Дракса тоже были всякие семейные драмы. Короче, были такие очень, очень эмоциональные серии. Гамора сестру, оказывается, Небулу свою убила. Ну, а у Дракса, понятно, семья потерялась. Что еще хотел сказать? Еще хотел сказать, что мне очень сильно рекомендовали сделать как это, сервер в Дискорде, где можно общаться. Я его сделал. Ссылочка будет в описании под видео. Ссылочка будет в описании канала. Заходите, общайтесь. Будет там очень прикольно. Ребята, я там не сильно всякие решения принимаю. Там ребята какие-то движухи наводят, всякие интересные ботов всяких добавляют. Каких-то, какие-то всякие там эти уровни присваивают. Прикольно, короче. Я раньше Дискордом никогда не пользовался, а сейчас посмотрю, такая прикольная штука. В общем, все, продолжаем. Сказал, что хотел, можно дальше играть. Можно дальше играть. Так, мы... Куда нам надо вообще? Куда? Как пользоваться этой игрой? Что тут нажимать? А, вот, вспомнил. Знаешь, не поиграешь недельку, и все, и ты вообще все забываешь абсолютно, как что делается. Давай, туда нам, да? По идее, на нас сейчас нападут. Этого паренька? Какого? Трудно было не заметить. Как думаете, он таким родился или церковники с его головой намудрили? О ком вы, ребята? Так, подо мной. Подо мной у меня целых два этих. Зачем они вечно все перегораживают? Потому что знают, что мы здесь. Нужно искать другой проход к мосту. А, ясно, это смерть. Это смерть сразу. Это А как мне туда добраться? Как туда добраться? Где вы припрятали говнюки, а? Сюда? Знаете, мне кажется, это тоже смерть. Я раньше терпеть не мог, когда на меня светил этот прожектор. А теперь всё. Мне его даже не хватает. Какой прожектор? Я знал, что ты так сентиментален. Утопая, многое понимаешь. Так, подожди, а ребята-то за мной не идут. Значит, они должны идти куда-то туда, да? А, у нас здесь дали возможность побегать, найти вот эти штуки. Давай побегаем. Или я возвращаюсь? Подожди, я, знаешь, я... Мне кажется, я возвращаюсь. Я что-то припоминаю, что мы там уже бегали. Вон, ну ты смотри, костюм. Костюм. А почему сюда смерть? Почему смерть? Почему вон костюм лежит? Как добраться? Вон же он, костюм. Давай сразу вот так сделаем. Не, смерть. Так, ладно, я понял. Мы, скорее всего, туда еще, наверное, как-то доберемся, но... Блин, костюм. Ладно, фиг с ним, с этими компонентами. Я бы хотел костюм забрать. Может, с этой стороны где-то нужно спуститься? Не перепрыгнуть. Может, сделать мост? Слово «мост» уже начинает восприниматься как выдуманное. Все слова кто-то выдумал. Логично. А, так мост сделать все-таки, да? А, вот, все, котяра решил уйти. Тихо, спокойно. Ты чего бушуешь, представляешь? ЗВР бушует немного, как-то так уходил, чуть наушники мне не сорвал. Это бывает. Всё, тут котя... не перепрыгнуть. Пойдет спать, он ему надоело со мной тусоваться, он хочет пойти спать. Да тут не перепрыгнуть, я понял, мост. Мост, нет? А, подожди, так эту штуку Дракс сейчас нам уронит. Давно хотел что-нибудь опрокинуть. Давай, роняй, родной, родняй. Давай, бам. Блять, ну он и здоровый, конечно. Так, вы, ребята, идите дальше, а мне надо вернуться. Блять, я костюм хочу забрать. Я хочу забрать костюма. Дайте мне мой, блядь, костюм. Чё за дела? Да я знаю. Как туда попасть? Попасть туда как? Я знаю, просто спуститься. Ну тут как бы... Не должно быть это сложно. Ладно, я упал. Не должно быть это сложно. Это баг? Это что, баг какой-то? Вон, вон, вон костюм. Ну то есть вот просто спускаешься и все. Нет. Ладно, придется смириться с утратой. Я не знаю, как это делать, я не знаю, как куда стать. Придется смириться с утратой костюма и двигаться дальше. И двигаться дальше. Вот самое прикольное, что в этой игре есть, это, наверное, костюм. Кот мне шерсть свою раскидал по всему лицу. Серьезно?
Силовое поле? Да. Найдем источник энергии, сможем его отключить. Так давайте поищем. Туда нам надо идти, да? Ну, я вот вижу, вот он, скорее всего, вот это вот. Хапель. Ну вот и источник энергии, так как бы сильно далеко ходить не пришлось. Рядышком все. Так, ты мне нужен, чтобы что? Чтобы... Нет, это скорее всего так. Нужно отключить питание. Вырывай. Отлично, Питер. Хорош. Вперед! Нужно уходить, пока не появился Рейкер. Блин, да не хочу я уходить, там костюм лежит. Костюм... Костюм не дадут. Гады. Да все, все, все. Хватит, все. Отпусти и забудь, так, что было уже не вернуть, вперед. Все. Ноги в откуда, руки. Откуда песня? Откуда слова? Че, вам сейчас... О, Рейкер! Ёпта, давно не видел. Как поживаешь с одной ручкой? Эту станцию выбрал, чтобы свершить исполнение. И вам ее не остановить. Да сейчас вторую руку тебя тяпаем. Она ничего не выбирала. Это ты всегда ею манипулировал. Она есть свет. А я всего лишь служу ей. Трудно же быть светом, когда в тебе сидит эта темная тварь. Кощунство! Пусть вы отвергли ее обещание, но вы поверите, когда оно вырвет вас из цепких когтей смерти. Так, котя. Тихо. О! Златовласочка наша здесь. Мне котяра лампу уронил просто, которая справа стоит. Он все вьется вокруг нее, она им мешает. Иди отсюда. Боль бросает в болото безумия, брат. Старые друзьяшки, да? Они же были в одной команде. Нет. Не может быть. Я видел, ты умер. Ну, как видишь, он как бы чуть поживее, да, будет. Форма такой, вот он стоит. Основа остается обязательно. Отступись от обманчивой колесицы, пока не подрос погибельный плод. Погибельный? О, они решили помахаться тут. Нахуя? Зачем ты это сделал? Ой, ой, говорит, промазал. Ну все, хорошо, пускай они с Рейкером там разбираются, мы пойдем спасать Ники. А, не, мы этих будем делать, ясно. Нам ребят помладше оставили. Давай. Блин, этого в рукопашку не прошибешь. Вот это черт, он их... Это черт, он их бустует, вот этот вот поле. Этот мерзавец усиливает своих грешей. Да, давай, Гамора, твой выход. Хорош. Все, осталось мне только с этим разобраться. Блин, быстро разряжается, быстро разряжается. Ну что ты, что ты думал? Так, что мне в него кинуть? Давай, ракета. Значит, он просто лечит своих корешей! Уже не лечит. Так, нам надо добраться до лифта. Придется идти по крышам. Я не помню, слушай, как мы его быстро раскидывали? Что-то как-то не так, на самом деле. Как-то не особо он раскидывается, да? Вот барьер скинули, а теперь мы хпшечку не скидываем. Ну все, будем скидывать хпшечку потихонечку. Мы сейчас его разберем. Потихонечку, аккуратненько. Бля, я думал, все, уже не успел. У меня реактивные ботинки, забыла. А я уже падал. Уже не один раз я за эту серию упал. Ай, хвалишься, Квилл, а сам-то падаешь без проблем. Все, готов. Готов. Хорош, Гру. Ты видел, как это произошло? Я в один момент нажал Груту и эту Б, чтобы не упасть. Это же было просто вообще, блядь. Очередной обезумевший солдат встретил свою смерть. Эй, Драк, отдади нам парочку. Готов. Все такие пафосные, просто что вы, что вы. Нам надо добраться до лифта. Надеюсь,
А, так это они махаются. Я думал, по ним пострелять. Это они махаются. Мы как на ладони. На, рукопашечку. Бам. Ха. Как перейти? А, Гамору надо попросить подрезать. Гамора, рекламный щит. Бам, и ты сюда. А он за оградкой стоит, поэтому я не могу его притянуть. Он стоял за оградкой. Кстати, хотел сказать, если тебе кажется, что я не читаю твои комментарии и там что-то не делаю, что ты просишь, я читаю. Просто я всегда серии вперед записываю. То есть я не могу там каждый день записывать серию, потому что я работаю, мне очень мало времени остается по вечерам, чтобы там записывать, монтировать. То есть я обычно какой-то один день недели, там это обычно какой-нибудь выходной у меня бывает, я сажусь и записываю там 7 серий на неделю, грубо говоря. И то есть потом я снимаю раз в неделю. И получается так, что там целых 7 или 6 серий ты пишешь комментарии, которые я могу только отвечать, но я не могу среагировать сразу же. Ну, я читаю, я всегда читаю, всегда отвечаю. Поэтому... А ты чё, Центурион был? Нихера себе! Так, надо Центуриона первого скидывать. Так вот, если что, без обид, ну, типа, я всегда прочитаю комментарии. Мне же приятно пообщаться с вами, ребят. Поэтому же создаю всякие там телеграммы, всякие там эти дискорды, всякие группы ВК всякие создаю. Поэтому... Ну, все окей, не парься. Слушай, Гамору прям положили. Давай, лечим. Вставай, Гамор, ты че, ёпта. Как-то я смотрю, солдаты нового посерьезнее будут этих церковников. Бля. Закончилось. Этот летун уворачивается от моих выстрелов. Надо немножко подсобирать. Кстати, у нас же есть бонус удары. Как их ее вызвать, я забыл. О, давай. Промазал. Молодец. Вот так давай. О, ракета. Раскидывает тут все. Хорош. А ему пофиг вообще, да? Блин, только мега этот потратил. Давайте, ребят, маслаем его. Кто-то должен его держать. Вот так вот просто ему. Блять, все, я его сейчас не достану опять. Слушай, ну он серьезный противник. Дракс его захватил и опять комбо пропустил, понимаешь? Что за прикол? Ага, конечно же. Мне уже игра дала, не знаю. О, есть! Попал наконец. С третьего раза я смог его сбить. Все, теперь его добиваем. У него нет больше этого. Ему, если что, Гамора подрезала его крылышки. Мы его сейчас просто в рукопашечку вот так. Опачки. Ба! Готов. Лох. Лох опущен. Тречка. Давай смотрим быстрее. Открыть меню стражи. Кто у нас? Грут. Грут, надо посмотреть приемы Грута. Я помню, что у Грута мы еще не вкачали. Могучая хватка. Грут обездвижит... Крупного, да. Крупного. Если будут крупные роботы, мы сможем их обездвиживать. Чего у меня осталось? У Ракеты все. У Квилла все. У Гаморы все. У Дракса. Все, так мы все вкачали, получается, да? Это все. Да, мы вкачали всех. Осталось только у Грута секретную вызвать. И все. Только у Грута осталась секретная способность. А куда дальше тратить эти очки? Так, окей. Дальше ты идти куда? Куда идти? Туда, да? Наверное, слушай, я не знаю. Геройские булки. Ребят, в чем я что-то... А, вот же узкая шель. Шель надо пролезть. Я пролезну. Окей, хороший бой был. Хороший. Еще! А, это Шрейкер с этим, с этой маской. Гасть. Вы чё разрушаете все мосты? Как нам пройти? А, ясно, мы туда пойдем. Слишком близко! А, Дракса оглушили, а как я его сейчас доберусь туда? Нет, так а Дракса кто-нибудь поднимите, пожалуйста. Ладно, давай вызывать вот эту
летучку, потому что вроде из летучки все выходят из... Да, вон Дракс бежит, все окей. Давайте, пацаны, сейчас зарядимся. Мотивации. Я из Грут, окей, я знаю, что ты Грут. Так, чуть поменьше сделаю вот так. Они выставляют меня на посмешище. Надо их заткнуть! Так, сосед, а еще класснее. Не слушай этих клоунов, мы будем драться так, как хотим. Вот так. Да они просто идиоты. Он что-то про клоуны говорил, там все дела. Сбить с волны. Не знаю, как вы, а я сыт по горло. Хватит уже. Кто со мной? Все со мной, ёпта. Вот так, вот это мы их замотивировали, ёпта. Я это делал только для того, чтобы сейчас этого... Дракса вызволить, ну, из оглушения. Потому что я туда уже не залез обратно. А почему они между собой не дерутся? Кстати. По идее. А, они все шети оглушенные. Я и забыл точно. Они все держимы. Пока они тут, они не смогут закончить. Ну как там они это называют? Да. Испражнение! Испражнение! Обещание они не смогут свое исполнить. Так, иди сюда. Не люблю я снайперов, вообще они меня бесят. Вот так вот. Все, без снайперов мы сейчас будем сражаться. Тупо в рукопашечку все. Ба. Блин, ну классно, мне нравится здесь в рукопашку биться. Вот с этими вот человеком... Не на ту кнопку нажал, блин. Знаешь, у меня просто такой прикол странный. Я когда... он меня бьет, я хочу нажать Б, чтобы уклониться. И получается, что он показывает сцену, где он бьет. А надо нажать другую кнопку, а не Б. И я промазываю всегда, потому что я жму Б, чтобы я увернуться, отскочить. Ну, чтобы вот это вот сделать. С мостом, ведущим к космосу. А что рассказали они? Где? Мост там? Всегда. Должна быть о. Прямо под нами. Я больше беспокоюсь, что мы костюм пропустили. Я не верю, если честно, что мы до него дойдем. Под нами прямо, да? Пройти по крыше? Отстойно, наверное, быть башкой гигантского Целестиала и плавать на задворках вселенной прямо у сортира. А потом в тебя въезжает пара... Нам нужно попасть на ту сторону. На какую? Сверху не перелезть. А, туда? Насчет снизу? Они мне подсказывают. Возможно, стоит вызвать корабль, чтобы добраться до места. Дракс, давай. Дракс, дружище, давай сделаем дорогу. Вот так вот. Путь вниз готов. Быстро. Смотрите, они никак не закончат. Хотя бы наш побеждает. Надеюсь, Уорлок не убьет Рейкера раньше меня. Так, а дальше-то куда мы пролезем? А, подожди. Здесь мне поможет... А мне ни к чему. Орлок может его 100 раз убить. А, не, все правильно. Я случайно нажал то, что надо было сделать. Как-то рекламе сегодня с нами не везет. Будто нам надо еще одно напоминание купить, Каликс. Я думал, что надо сделать мост на эту точку. И случайно нажал не ту кнопку. И сделал все, что надо. А потом сделал мост. Это вообще было просто сейчас план капкан. Это была грандиозная битва. Устойчива ли эта конструкция? Ты собираешься делать мост? Зачем? Какая разница, просил или нет? Сейчас не до формальностей. Грут, и так все нормально да переберутся. Да вы шутите, что ли? Еще мост какой-то. И здесь мы стопудово сейчас будем опять притягивать что-нибудь. О. Эта бойня навевает неприятные воспоминания о тех мирах, которые я разрушил. Полагаю, Грут не знает дороги в обход. Если бы я попал на ту сторону, я бы взломал эту штуку и опустил бы мост. Если бы ты попал на ту сторону, то и мы могли бы попасть на ту сторону. Да сейчас, я так понимаю, что... Швыряйте! Разрешает кинуть его. Пусть крепыш закинет меня на ту сторону. Ты представляешь, как глубоко тебе падать, если не долетишь? На споры нет времени. Я долечу. Не мешайтесь! Дракс перепрыгнет. Хорошо, это не ракета. Ты ценный член этой команды, а не метательный снаряд. Они начали дружить. Меня беспокоит этот ритуал. И то, что произойдет, если мы его не остановим. Вряд ли покойники вернутся с того света, держась за руки и размахивая хвостами. О ритуале можно не волноваться, потому что мы его остановим. А если конкретно, я, не хочу я заставлю идти, чтобы Рейкера они отведать моих пушек. Мне кажется, стрельба из них принесет больше результат. А затем мы отведем мою дочь домой, и я стану... Опять все воспринимаешь слишком буквально. Решаем проблемы по одной. Короче, они стали командой, видишь? Дракс не хотел уже кидать ракету, а тогда бы просто взял и кинул. Наконец-то они объединяются, я что-то там увидел. Да, компоненты.
Наконец-то они объединятся, становятся командой. Я всю игру этого ждал. Опачки. Да и что такого особенного в Златовласке? Да он силен, но что такое сила перед невероятной огневой мощью? Ты сможешь остановить бушующий океан своими пулями? Да. Как-нибудь мы должны это проверить. Так, это нам что, наверх сейчас? Лифт? Или серьезно, в лифте поедем? Мы вообще сюда вроде как за космо приехали. Космо-то с... Как же тупые эти подхвосты, чтобы клюнуть на эту чушь с испражнением? Магус жаждет поклонения. Он погружает тебя в мерзкую иллюзию и кормится твоей душой. И я ощутил это в своем обещании. Бесконечный голод. О, да. Голод — это еще мягко сказано. Прикольно, это что такое они построили? О, мой хвост! Этот цвет не вел к коре. Это и есть кора. Как псина это допустила? Вот и спроси у него. Это плохо кончится. Космо держит барьер, мы сейчас вас будем спасать. Нужно спуститься туда! Я видел, как он выбирался из худших передряг. Ну, Космо хотя бы за нас еще. Вот это хорошо. Гру, погнал! От моей собаки! Это, здесь не обещали. От моей... Видишь, я чуть на Б опять не нажал. Серьезно, у меня палец сразу же к Б потянулся. Так, Дракса можно попросить кинуть эту штуку. У меня еще плюс один. Да. Боги не могут пробить его корпус. Так, а где здоровый? Во! Два, блядь! Ты видел, как я удачно сейчас скинул эту штуку? Так, а сейчас надо попросить... какой большой? Б, наверное? Меня сейчас будут бить, конечно, но я не буду отвлекаться. Ой-ой-ой, зря я не отвлекался. Почти высадили все ХП. Ай, не успел нажать. Так, мне надо кого-нибудь убить, потому что я сейчас умру сам. Спасибо, приятель. Так, ХП собираем потихонечку. Мне стоило все-таки тогда отвлечься на эту всю историю, да? Очень сильно стоило. Так, 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 Дракса надо поднять. Поднимайся, да. Ой-ой-ой-ой, жестко. Вставай, здоровяк! Гляди в оба! Крак, вставай! Это вратья подпалки! Руку отсекли. Так, а сколько, кстати, у этого желтого еще жизни осталось? Мне кажется, он сейчас восстановит себе, сейчас фул ХП сделает. Добить бы хотя бы одного из них. Есть. Минус раз, Рома. Вот не зря мы вкачали грут удержать вот этих вот здоровых чуваков. Этот механизм не предполагает, насколько мы сильны. Я уже почти его раскидали. Мы вообще красавчики, ребят. Просто по кругу бегу и все. Просто бегаю по кругу и стреляю. Ты чё, на Гамору? Да. Все, фул ХП я, кстати, собрал. Космо, Космо, надо его спасти. Он очень сильный, на самом деле, чувак. Я не хочу, чтобы он на чужую сторону перешел. Блин, ну нет. Даже не вздумай. Он теперь с ними. Он наш друг. Да, как и Дракс. Но я не полезу в башку этого блохастого. Может быть, и не придется. Эй, братец. Кончайте с ним, пока не поздно. Стойте! Он
Все еще там. Я его слышу. Я только лай слышу. Соберись с мыслями, он там. Ай, да грохните вы эту шавку. Ругать или протянуть руку? Ты сумеешь, Пит? Давай протянуть руку. Тихо, брат. Друзья, помнишь? Это Петр Квилл? Но сквозь мы никогда не услышали. Да, получилось, да, серьезно. Это Квилл. И он его Петром это называет. Мне это очень сильно смешит. Где это? Космо чует запах забвения? А где, интересно, где Космо был? Быть мозг мохнатый? Его мозг в тумане. Или он всего лишь пес? Он нас не видит. Он все еще в обещании. Космо, где ты? Что видишь? Синее небо. Можно гнаться за машинами. Космо опять у себя. Дома, скорее всего. Дома. Родной мой. Дом. Он говорит о земле. Запах свежей травы. Ощущение почвы. А что еще собаке надо, да? Никаких сверхспособностей. Ходи себе на прогулки. Да за мячиком бегай. Если тоскуешь по родной планете, почему ты не можешь вернуться? Зачем теперь мне это? По той же причине, как Татьяне не возвращается. Забвение — твой дом. Прямо здесь, сейчас. Забвение — ничто. Блин, неправильно я выбрал, скорее всего. Черт. Ты преуменьшаешь. Это особое место. Я есть Грут. Встретились это, когда я спас твою кору? Да, здесь. Правда, после земли а может, ты угадал? Стало местом, где Космо не чувствовал себя бродячим. Впервые Космо забыл о том, что потерял. Для отщепенцев, как мы, это райский, как их, ну, кущи. Это дом. Земля лишь камень, откуда ты родом. Дело не в камне, а в том, что у Космо там было. Сон в изножьей кровати, почесывание живота, ошейник. А как он оказался вообще в испытательном полигоне, если он был домашний? Космо не собственность. Он член семьи. Но однажды семьи не стало. Люди в костюмах послали Космо в космос. Космо множество собачьих лет искал своих. Но нет. А тебя были хозяева? И, походу, они тебя кинули. Забыл о щенках своих, Космо. Они твоя семья. Юный Космо сейчас. Они здесь, пес. И полагаю. Ну, кстати, тебя. Да, надо сконцентрироваться на реальном. На твою защиту. Но люди зовут Космо к ноге. Он должен быть верным. Ты нужен щенкам, а не людям. Будь верен им. Не бросай их в космосе, как бросили тебя. Космо бы ни за что. Но ты бросил. Они ведь на забвении. Может, нуждаются в помощи. Да брось, Космо, ты не чуешь, как это скверно пахнет. Давай, давай, давай. Петр Квилл прав. Люди Космо не пахнут. Они опасны на вождение. Покусай их как можно больнее. Скиньте! Космо раскусил вашу ложь. Молодец, дружок, так и. Забвение теперь дом Космо. Его семья — щенки. Он их защитит любой ценой. Еху, блядь. Хорошо, что получилось. Космо ценил вашу помощь в освобождении от обещаний. Рванул спасать щенков. Вдруг он нам пригодится. Я думаю, что он справится. Я думаю, что он справится сам. Он очень серьезный чувак. Так что вперед на кору. Он по факту сейчас Стражей Галактики просто силой мысли задержал. С ним все будет в порядке. У него толстая шкура. В общем, после нашего с Грутом отпуска у меня остались коды доступа. А, когда вы кинули команду? Ну обязательно быть таким. Нет! Поменяли коды доступа? Космо сменил коды? Еще похоже. Ладно, давай искать, как пройти. Давайте найдем другой способ попасть туда. Возможно, так. Ты некорректно ввел код. Я тоже совершал такую ошибку. Твоими-то сардельками. Неудивительно. А эти ловкие пальцы не ошибаются. Справишься, давай, Дракс. Раскидывай эту стеночку. Обычная фактура.
Хорош. Боюсь, я об этом пожалею. Главное, поменьше пыли. Краденые коды, тюрьма. Чем именно вы с Грутом тут занимались в прошлый раз? Пока вы искали псину, мы взяли работенку у одного сигнога. Какую? Тебе лучше не знать. Они когда кинули тогда его, ну, пытались уйти из команды. Это чё, мед такое? Землетрясение? Маловероятно, мы не на земле. Что бы они ни делали, кажется, они только что преуспели. Землетрясение только на земле может быть. В космосе его не бывает. В космосе бывает космотрясение. Видимо, ритуал скоро начнется. Да мы уже рядом, мы уже рядом. Хороший скоро вопрос. Мы их всех откуда раскидаем. Откуда нам знать, что мы сможем его остановить? Да, видимо, этот вопрос для жукоглазки. Дракс говорил, что когда он был в обещании, магус... пожирал мою душу. А те, кто жрут, смертны, верно? Звучит не слишком убедительно. Хочешь отравить его пищу? Его пища мы, так что... нет. Страж Галактик! У Космо перед тобой большой долг! Возвращение! Слушай, армия грабил церковь и мешает нам добраться до корыты. Ой, бля. Нет! Космо отбивает башню, в которой прячутся его щенки. Без башни мы потеряем забвение. Понял. Будь осторожен, приятель. Так, слушай, их здесь очень много разных, с разными бонусами. Нужно сейчас просто соображать, куда что кидают. Да сколько можно? Меньше слов, давайте прибьем гада. Давай, давай, сейчас все сделаем. Ты видал, какую он подсечку ему сделал? Да, конечно! Я бы тебя задрал в бок! Ну все, готов. Жену требуется помощь! Все, ракету достали. Не могу поверить, что пришлось звать на помощь! Не благодари! Почти сломал, у меня закончилась энергия. Это место силы прекрасно подходит для кровавой битвы. Будьте осторожны, громила бросается мины. Помогите, на теле! Тебе стоит сбегать этой электрической магии. Ну все, наконец-то его заморозил. Я в этой яме, как на ладони. Наши враги тоже. Вставай. Я случайно нажимал Y, чтобы от этого поднять. Поднять ракету, но случайно сделал комбо на Гамору. Я этому рад. Чё здесь расстраиваться, правильно? Давай, добивай уже, один остался. Он явно против нас их не потянет. Ну, наконец-то. Бедным дуболомам приходится торчать в мозгах. Гадость. Сколько же тут мозговой пыли? Да, она оседает в дыхательных путях слизи. Называется серый лёд. Как туда залезть? Хорошо, что на мне маска. Не, она не поможет. Частицы настолько маленькие, что уже проникли внутрь. Скорее всего, твои легкие уже посерели. Легкие и так серые. И ты об этом знаешь? Я их видел. Много раз. Много раз вырывал легкие у кого-нибудь, правильно? Можно, кстати, Дракса попросить вот эту штуку поставить. Дракс, туда. Поможешь? Легко. Положи вот тут. Что ты делаешь? Мы оттуда пришли. Я быстро. Нам надо бонус собрать. А это реально мозги этого чудовища? Слушай, уже сколько лет они его пытаются разобрать, все никак не разберут. Здесь целый блядь, город уже сформировался. Моим тоже. Словно пережеванная жвачка. Не вздумайте притащить это на мой корабль. Драк, сможешь перетащить кое-что? Бонус собрали. Я понимаю, что нам бонус тоже вроде как и не нужен, мы вроде все вкачали, но я не могу перестать их собирать. Дракс, сюда, не могу. Скорее. Хочется. Жадность человеческая меня губит. Ты понял, что я просто прикалывался?
Драк, давай быстрей. Серых легких не существует. Подожди, так Питер, получается, задержал дыхание, чтобы пылиту не вдыхать. Так ты купился! Серые легкие! А вы все знали? Блядь, это шутник. Конечно. Над тобой классно прикалываться. Так, а куда нам нужно? Туда? Нет, значит, мы идем туда. Там по-любому что-то припрятано, не просто же там вот эта штука для Гамора. За стену можно зацепиться. Похоже на то. Я вижу, там коробочку, скорее всего. Как, наверх? Или вверх? Нет. Туда, значит. Интересно, на меня так кинет? Отлично. Груз хочет знать, что могла обезглавить Целестиала. Видно что-нибудь? А, все то. Это что за костюм такой? Давай. Прикольно. Так надо и Гаморе тогда сделать этот костюм. Будем ходить в апокалипсисе. Не знаю, в прошлый раз мне быстро этот костюм надоел у Гаморы. Поэтому, если что, мы его просто обратно поменяем. Зачем? Основные клиенты ученые пытаются постичь тайны вселенной и создать новое оружие. Все, идем дальше, я понял. Сюда по миссии. О, здесь есть этот верстак. Все вот-вот развалится. Совсем забвением. Нам же осталось там совсем чуть-чуть что-то прокачать. Она встанет на ноги. У огромной головы нет ног. Но были. Так, заряженный выстрел. Вроде только заряженный выстрел остался. Давай сейчас все посмотрим. А вот, идеальное уклонение. Давай. Давай, давай, вкачаем идеальное уклонение. И готово. И останется только заряженный выстрел, да? Да, осталось только заряженный выстрел. 600 и 100. Аж спину прихватило от всего этого. Это чего? Ты мне один бонус только прокачал. Так все просто взяли и ушли после того, как обнаружили кору? Если под взяли и ушли, ты имеешь в виду, что псина совсем спятила и всех выгнала? То да. Эй, Грут, сможешь меня туда поднять? Я есть Грут. Вот так давай. Прямо туда. Этого не требуется для решения задачи. Я просто хочу осмотреться. Разведка? Разведка. Я хочу... Здесь странно пахнет. Поэта. Это мозги. Полутаться. Пахнет металлом и... Не знаю, чем-то еще. Укря. Ты о чем? Продукт жизнедеятельности большого кататианского слизня. Как-то я сомневаюсь, что это моча слизня. Ее трудно перепутать. Я решил не прыгать. Я в прошлый раз хпшку себе потратил. Усилились. Можно и так сказать. Это верное замечание. И что это меняет? Ой, что же они с тобой сделали? С кем? С кем мы? Что они сделали? Странно, во время войны Танос не пытался захватить ресурсы забвения. Ты в порядке, Ракета? Нет, не в порядке. Кора, забвение. Что станет с этим местом? Это мерзкая помойка с дешевой выпивкой и грязными юнитами. Практически мой дом родной. Восстановим, чё ты? Это не первый раз, когда кто-то пытается захватить забвение. И не последний. Космо на нашей стороне. Вот дадим пинка церкви, и он снова приведет тут все в порядок. Ха. Главное, чтобы не переборщил. Спасибо, Квилл. Да не за что. Чуть-чуть поддержали разговор. Я мне хочу. Самому интересно. Битвы? Поесть. Не успел на корабле. Вокруг полно мозговой ткани. Обойдусь. А вот сейчас почему-то это сработало. А тогда мне костюм не давало забрать. Да ладно, Дракс, можно кушать спокойно мозговую ткань? Это же по факту белок, блядь. Так. Куда нам надо идти? Наверх, что ли, прыгать? Или не Дракса знаю, просить эту штуку достать? Не знаю, чего голова сильнее кружится. От взгляда вниз или от взгляда вверх? Не смотри. Смотри лучше в глаза врагам. Да я бы с удовольствием. Но смотреть в живот не так эффективно. Так, что-то я не понимаю. Вот и я. Ну, по-любому надо кого-то попросить его что-то с этой штукой сделать. Че, она так просто, что ли, светит? Или мне достать ее? Нет. Но это вряд ли проход, это же просто бонус. Возможно, будет. Есть способ отправить забвение прямо в разлом. Нельзя рисковать жизнью Ники. Хочешь стереть лучшее место в галактике? Ни за что! А, подожди. Нужно обсудить одну проблемку. Как обычно эти узкие проходы не замечают. Если она настолько заряжена.
Да уж, кнопки выключения на ней точно не будет. А взломать ее сможешь? Это вам не дурацкий гаджет. Это же вмятская... Проблема не в коре, а в гадах, которые ее захватили. Разберемся с ними, и кора окажется просто машиной, за рулем которой никого. Откуда ты знаешь, что там есть руль? Я его не видел. Там нет руля. Но мне не нравится идея оставить эту штуку, заряженную этими гадами. Надо заняться. Опять сейчас будем сражаться. Веры. Уверен, они все проходят через один узел. Это уязвимая точка. Где враги? Это поле вообще вот чисто для боя. Нет, никого нету, серьезно, не будет что ли никого? О, его сканировать можно. Здесь был магнит, ой, был этот. Штука этот, аккумулятор была, нет? А, ну вот, вот и враги. Вот и враги, все нормально. Все нормально. Так, снайперов сюда скажу. Со снайперами мы сразу пообщаемся лично. Вот так вот. Так, эти что? Хорошо, угадал. Эти через заморозку работают. Вот эта штука притягивающая. Ну, мало того, что их притягивает к тебе, так она их оглушает. И их в рукопашку вообще изи добивать остается. Вот так. Чисто в два клика и все. Сбиваешь эту и к себе притягиваешь. Кому? Кому она уроки единоборств дает? Врагам? Не надо. Не надо, лучше нам дать. Делай мост, пожалуйста. Хорошо, Грут. Там ничего нет, да? Свой мост. Остерегайся толчков. Груту вообще, блин, мостики эти все делать вообще изи просто. Надеюсь, Ворлок доберется до финишной линии. А ты куда полез? Это нам здесь пройти надо? Не, он на нас не рассчитывает. Для него мы просто кучка неудачников, путающихся под ногами. Он видел, на что мы способны. А главное, мы знаем, на что способны. Слушай, реально мы а по мозгам ползаем. А что во всех этих башнях и капсулах? Так, теперь осторожнее. Так что, когда Никки будет с нами, мы будем ждать Ворлока? Жукоглазку. Для нашего плана требуется много участников. Решаем проблемы по одной. Сначала спасаем Никки и останавливаем исполнение. Прагматичный подход. Не хочу считать цыплят до того, как они вылупились. Это значило бы считать яйца, а сейчас для этого определенно не время. Они, слушай, там стоят, молятся. А знаешь, что я решил сделать? Мы на этом моменте серию закончим, а в следующей серии мы туда съедем и будем давать им всем люлей дальше. Спасибо, что досмотрел до конца. Я надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного, самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.